Алло. Алло. Алло, Владимир. Нет, это не Владимир. Это... Ой, простите, это Анатолий? Нет, вообще другой. Ой, простите, пожалуйста, не могли бы позвать Владимира к телефону, пожалуйста? Нет, это нет. Нету? А, простите, а вы кто? Алло. Алло, здравствуйте, а Владимира можно, пожалуйста? Нет, вообще я другой человек, узбек я. Ты Да? перепутал. Нет, простите, пожалуйста, ради бога. Просто у нас этот телефон регистрирован на Владимира Чепига. Вы его не знаете? Нет, не знаете. Просто он давно пользуется этим телефоном. Как-то странно, что у вас он вдруг у вас. Я назад три месяца телефон купит один человек, 3000 и все. Вы купили этот телефон 3 месяца назад, вы сказали? Да. Да? 3 месяца Да. назад у Владимира? Не знаю я, один русский. Да? У него Странно. имя не знаю, да. Интересное совпадение. А вы не могли бы мне помочь связаться с тем человеком, который вам продал телефон? Просто мы Нет, его нет, я ищем, его просто мы не хотим знаю. с ним поговорить. А Нет, простите, я не знаю его. а вы где находитесь, простите, в каком городе? Благовещенск. Благовещенске, да? В городе или в селе? За городе. В городе, да? А вы каким образом купили телефон у Владимира, то есть у этого человека? Вот на улице просто или там в киоске, или вообще как вы нашли этот телефон? Или На по улице, интернету на улице. там? Простите, а как вы купили телефон? На улице просто. На улице просто валялся? Из Да. какого города вы, из Узбекистана? Зачем тебе? Какой область? И чего? У меня адрес. Ну, вы просто откуда сами родом?